И вот мы наконец-то добрались до нашей виллы Дес Ангес, простите мой французский, прямо на берегу. Это мы ехали вдоль моря, бассейн, говорят, с подогревом, тишина, много зелени, практически никого нету, ресторан в 5 минутах, до Сент-Тропе 14 километров. И вот прямо на берегу моря, ехали вдоль моря с... Откуда мы ехали? Из Каннов. Обалденно. Круто. И вот наш рум. Сразу, чтобы было понятно, Кот д'Азур, Лазурный берег. Все очень просто, мимишно, по-провансальски. Но за такие деньги, 110 евро в сутки, мы жили в гораздо худших дырках за 180 и 200 евро в сутки. Поэтому, беря во внимание то, что прямо вот на пляже, это как бы такая вилла, в общем, с морским уклоном. Очень даже все миленько, мимишно, особенно за такие деньги. Завтрак не включен, 12 евро с человека. Супер! Кот д'Азур. Наше первое утро на Лазурном берегу. Сейчас покажу завтрак, пока никого нет. В общем, такая вот вилла в колониальном стиле. Миленько, простенько, но со вкусом. Никого сегодня нет. Какая-то милая туристка завтракает. В общем, все довольно-таки просто. Но за 12 евро довольно-таки достаточно еды. Круассаны, фрукты, мюсли. Не самый такой серьезный набор, но достаточно позавтракать и поехать в Сан-Тропе. Вот такая вот вилла Дезанж, даже с картинами.